и множеству трехмерных эффектов. При этом четырехмерные эффекты мы рассмотреть не смогли, поскольку в таком случае число дихотомических предикторов перевалило бы за 5000. И логистическая регрессия, по крайней мере на моем компьютере, потребовала бы больше памяти, чем машина может предоставить. Напротив, деревья классификаций не требуют создания предварительно всех возможных interaction эффектов. Деревья классификации создают сами дополнительные, более глубокие interaction эффекты, более многомерные interaction эффекты по мере прохождения каждого предыдущего уровня. Сначала они проходят одномерный уровень, потом двухмерный, потом трехмерный и так далее. При этом в силу алгоритма деревьев классификации далеко не все множество эффектов каждого измерения рассматривается. В силу этого деревья классификации позволяют проникнуть на гораздо большую глубину при гораздо меньших затратах памяти машины. Посмотрим, дадут ли эти преимущества технические и содержательные самого метода деревьев классификации лучший результат по сравнению с результатом логистической регрессии. Запускаем логистическую регрессию следующим образом, точнее деревья классификации, конечно. Зависимые переменные мы выставляем переменную polytag2. Причем она у нас имеет тип scale. Для деревьев классификации очень важен тип всех участвующих переменных. И лучше конкретно для цели деревьев классификации поменять тип на номинал. Виртуально поменять правой кнопкой мыши и задать в качестве интересующей зависимой категории, по поводу которой будет больше информации в выдаче, категорию yes. Предикторами выступят интересующие нас переменные в непреобразованном виде. Опять же, важно убедиться, правильно ли выставлен